Добрый день, друзья. Открываем компьютер и смотрим. Открываем Windows 10. И вот здесь я хочу сегодня поговорить о том, как добавить папку «Апдат» на свой компьютер. Дело в том, что когда я его купила, новый компьютер, вот этой папочки с пользователем Марина у меня не было. А именно в ней находится папка AppData. И именно в ней, в папке Local, находится папка Temp, которую нам нужно постоянно чистить. Ну, вот до того, как я это все сделала, я проверила папку AppData, свойства ее. Правой кнопочкой свойства, она у меня весила 22 гигабайта. Сейчас, после чистки, она весит 4 гигабайта. Итак, как же мы чистим наш компьютер? Открываем диск C. Так, вот сначала диск C, далее пользователи, Марина, AppData, Local. И далее папочка temp. Здесь мы выделяем Ctrl-A все файлы в папке temp и нажимаем на клавиатуре delete. Галочку ставим выполнить все для всех текущих элементов. То, что нужно, удалится. То, что не нужно удалять, останется. То есть здесь ничего страшного не произойдет, если вы так поступите. Это нужно делать. Ну, а теперь самое интересное. Как я ее добавила? То есть раньше у меня просто не было этой папки пользователя с апдатой. Итак, добавляется она следующим образом. Мы заходим в пуск, этот компьютер. И наверху щелкаем по файлу, выделенный файл, щелкаем. Выбираем здесь «Изменить параметры папок и поиска». Открывается вот такая табличка «Параметры папок». Если это Windows 7 или 8, то мы ищем параметры папок. Но там немножко другой путь. Здесь выделяем вид. И вот в этом перечне квадратиков, в самый низ опускаемся и ищем папку «Скрытые файлы и папки». Раньше у меня стояла галочка «Не показывать скрытые файлы», и у меня не было этой папки «Апдата» и пользователя Марина. А вот сейчас я поставила галочку «Показывать скрытые файлы», подтвердила это. И после этого папочка у меня добавилась, и теперь я могу спокойно периодически проверять и чистить компьютер. Как еще можно посмотреть и почистить вручную, кроме удаления, кроме чистки в папке temp? Мы открываем каждую из трех папок в апдате пользователя Марина апдата и уже в ручном режиме смотрим, какие программы у нас вот здесь случайно остались, а мы их удалили. Особенно для тех, кто часто удаляет, переустанавливает программы. И удаляем. Я уже все удалила. То, что здесь есть, у меня все функционирует. И так в каждой папочке. Во второй, Local Low, смотрим. Все эти вещи у меня работают. Они не лишние. В третьей то же самое. Проходимся вот по всем программам, которые у меня установлены, все это есть. Вот до этого у меня папка апдата весила 22 гигабайта, что значительно тормозило компьютер. А сейчас эта папочка весит в 5 раз меньше, всего 4 гигабайта. Вот так я решила свою проблему. Удачи вам и чистого компьютера!